Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем игру по названию Зуба, и сегодня будем проходить вот этот вот чудесный внизу лабиринтик на гемы, который у нас, да. Вот сейчас вы увидите видео, как я его проходил и чем это все закончилось. Это было эпично, невероятно, мне в первый раз такое, если честно. Ну, в общем, посмотрите, оцените. Итак, ребят, ну что же, врываемся в лабиринт, посмотрим, получится у нас сегодня пройти или нет. Как бы удвоенные гемы. То есть, по идее, за фулл лабиринт можно залутать сейчас 1300 гемов, где-то так. Ну, чисто с финального этапа, да, то есть, еще перед этим можно 300 гемов залутать, это вот 1600. Вопрос, стоит оно того или нет? Не знаю. В общем, будем работать по тактике правая дверь, левая дверь, центральная. Как бы тут без вариантов все равно, какая тактика. Как говорится, как подкрутка будет, так она будет. Не будет подкрутки, ну, значит, не будет. Посмотрим, в общем. В общем, кстати, вот многие жалуются, что лабиринт типа плохой, но я, в принципе, тоже, да. Я это к чему? А к тому, что лабиринт это, по сути, халява. Вам, по сути, просто говорят, открывайте, тыкайте 20 раз на дверцу и залутайте награды. Ну, как бы, ничего делать не надо. По времени это копейки занимает времени, да? То есть, по сути, из воздуха делайте себе крутые награды. Ну, если так подумать, да, правда, фиг до этих крутых наград дойдете с этим подкрученным лабиринтом. Это уже другой разговор. Но, о, удвоенные гемы первый раз увидели мы. 35, или не удвоенные. Не знаю, короче. Но разрабы написали, что удвоены. Значит, удвоены. Будем надеяться. Ну что ж, идем дальше. По поводу того, что я говорил только что про лабиринт, что они, что он типа бесплатная замануха и все такое подкрученное. Ну, так и есть. Вас никто не заставляет в него ходить. В принципе. Каждый раз вы можете, в принципе, если не дошли до 15 уровня без единого бота, сбрасывать лабиринт. Не париться особо в этом плане. Дошли до 15 уровня без ботов. Или с одним, к примеру, на 14 или на 13 уровне, то ок. Можно дальше попытаться, потому что дальше, скорее всего, будет максимум 2 бота. Ну, вообще, в среднем будет 2 бота, то есть максимум будет 3, наверное. Вот, мы сейчас, кстати, дошли до 10 уровня без единого бота. Я, наверное, попробую дойти до конца лабиринта. Чисто ради интереса. Ну, правда, посмотрим еще на цену гемов, на сброс, потому что, вы знаете, разработчики, они очень любят менять его в каждом лабиринте. Зацените, сколько удвоенных гемов я уже налутал, да? Целых 35. Да-да, тут 49. Ну, кажется, они не удвоены. Может быть, на финальном этапе удвоены, но здесь точно нет. Так, ну пока что идем, 21 гем получаем. Уже целых 56. Мощь, мощь. Главное, чтобы сейчас ботик не появился. Какое совпадение, да? Ну что? О, кстати, смотрите, 84 гема всего. А раньше было 120, так-то скидочка. Но это может быть нюансик в плане того, что... Дальше будут еще боты, и они будут дороже. Может быть такое. Ладно, двигаемся дальше. Давайте ради интереса потыкаем. Мне как бы не жалко гема. Все-таки там легендарный сундук. Но, понимаете, это два бота было только что до 15 этапа. А мы сейчас еще раз нажмем на эту дверь левую, и опять будет бот, смотрите. Я извиняюсь, ребят, у меня просто немножко... Давайте попробуем пофиг. Пофиг, ради интереса тыкнем. Как бы у меня немножко ступор, если честно. Что это такое? А что это было? Три бота подряд? Что? 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 Да, мемчик про... Ладно, не будем. И у меня слов... Вы понимаете, три бота были подряд. Я еще удивился, что цена такая низкая на первого бота. А ну вот что. Ну что ж, ребятки. На этом будем заканчивать по ботам. По ботам. По прохождению лабиринта. Я как бы, наверное, вам уже все показал. Вы все поняли, я думаю, в плане подкрутки, да? Она просто на высочайшем уровне в этом лабиринте. Три бота подряд. И четвертый. Это, понимаете, это сейчас еще будет три бота подряд. Если мы сбросим. Я не хочу просто тратить 1000 гемов ради того, чтобы залутать в конце 100 жетонов. Понимаете, в чем прикол? Чего я не хочу? Я и так, как бы, уже потратил больше 500. 600, 600 гемов потратил. Но оно стоит того? Нет. Ну. У меня просто слов нету, ребят. И вот такой вот сегодня лабиринт. Это печально, никому не советую его проходить, как я только что проходил.
как говорится, проходите до 15 без ботов, или там одного бота лутаете, тогда ок. Если лутаете уже второго, все, забивайте. Не парьтесь, не думайте, что там в будущем потом ботов не будет. Знайте, здесь будет минимум 3 бота. С 15 по 20. Минимум 3. Минимум в текущем лабиринте. Надеюсь, это вас чему-то научит. Такие вот дела. Итак, ребятки, ну что же, вы, в принципе, все видели. У меня больше добавить, наверное, нечего. Ну, скажу еще раз. Не проходите лабиринт, если вы не готовы тратить гемы. Ну, и не думайте, что вам вот сегодня прям повезет и у вас не будет ботов. Проходите до 15-го, а дальше как повезет. Готовьтесь тратить там, сколько там, 600-700 гемов я потратил, да? Ради того, чтобы вот выйти и как бы получить либо предмет, либо жетоны. Видите, здесь предмет еще нарисован, да? То есть, может быть, не только жетоны. Либо монеток там немножко насыпят, там пару сотен тысяч, возможно. Опять же, на последней лиге, если что. Либо вот гемы, либо легендарный сундук. Конечно, из этого ценная только гема и легендарный сундук, но когда ты тратишь около 700 гемов и думаешь, а зачем я это сделал? Ну вот, да, именно так. Поэтому не старайте фигней, не идите в лабиринт, если вы в этом не уверены. Потому что смысла в этом большого нету. Это как бы бесплатная награда. Дошли, залутали. Не дошли, ну и фиг с ним. Понятно? Понятно. На этом все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Как говорится, обученные на моих ошибках. Надеюсь, вы их не совершите в будущем. Хотя я совершу еще не раз. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.